Что там стоит в Чикаго? Есть подозрение, что у шамана нет проходки, да? Тыкните. Нету. Там Диза, блядь, так оверхилл стоял, что просто по мане высрался. Големов нету, все на фолеон цепуху кастуют. Да там рейд пиздец проседает. Не, ну это нашел, нашел, и все весло, все заебись. Я заранее там кастую, чтобы этот... Заранее цепных прилетело. То есть пока нету големов, да, этих инферналов, там рейд, считай, вообще ничего. Ага, тут у нас там одна треть сразу полегла почти. Просто у нас стоят все с одной стороны в кучке, и одна цепуха двоих хило убивает. Ну вот поэтому приходится оверхилить. При том, что можно стать раньше 8 человек по кругу всем и прилетать не будет. Да у вас около ворот никто вообще не стоит. Ставишь бэк воротом, и хуй тут тебя захилит с черепом. Да. Не-не, его 20-10 метров, да. Вот так. Нашли, нашли посильнее, короче. Сейчас пацаны сильные заходят, вот. У нас сейчас пристанет, зашибись. Ну да, ДЦ не хватает. Ну кто есть, тут есть. Секс холли. Сейчас захожу в игру. Ну зато какой диспел может быть, а? Сколько шаманов? Все, давай, стрельба. Рыбу ставил или нет, не ставил? Ставьте рыбу, не ставил уже. Правильно, правильно. О, кстати, я же не скриптер, сейчас я нарисую. Надо обучиться. Ребят, приста бафа нету ни у кого? Я могу его сделать, когда буду прыгать. Что сейчас вообще мелика по 20 тысяч там разорвет нахер. Ну кинь Симон пока не дано, сейчас я сделаю. Ну дали, дали, спасибо. А, дали? Все отлично. Давайте, потом запускалось хилов. Готовность. Поехали. Сейчас, ребят, не стойте в куче, пожалуйста, рассоситесь по всему инсту. Хилы тоже. Секс, холи, все, все готово. Давайте, 3, 2, 1. Ты что там? Пизда, припод проебал. Шаман. Мелизона. Отвинь босса подальше. Там будут за големом будет бегать, потонут. У кого там жопа горит? Ретрик. А он вылетел, понял. Не хильте паладина, все.
потратил. Рога. Все нормально. Так, сейчас боец Глеба. Блоки баним, баним, баним. Все, первый уехал. Да ёбаный рот, да. Второй зафирился. Да, все нахуй. Три мертвяка еще. Давай, сыграем на левом. Крест, беги. Крест беги, Джекс. Стаки, пацаны. Стаки, стаки, стаки. 6 стаков. Одна секунда, и долго берёг. Гера дадим под информацию. Следующий. Пожалуйста, Локи, ферять их, прошу вас. Должен оставаться один без контроля. Череп захиливается. Голема? Готовьтесь. Может, мастер дать? Под боссом хуярим. Грязь, да. Еще одно. И все, это упускаем. Добиваем. Просто рассадитесь, ребята, все. Не достаю шамана. Джексон, захиль. Стэки, стэки. Редрик, бей, 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 это не та метка, бей. Нажмите сейчас, пацаны, личные сейвы, когда прям больно будет. Под големов, да. Да. Крест, беги! Нормально, сделку. Готовьтесь. Ферия, блок, сразу ферия. Так, первый ушел. Босс бьем. Дефа жмите. Другой ушел в контроль. Еще одно ухи. Под боссом убивает. Бля, не прохили. Стаки самый главный. Выпускаю последний.
где-то лужа в мелизоне. Нет, да. Там еще вообще даже не двигались. Все нормально. Давайте, убиваем босса. Так, стакер. Мелизона. Конный, блин. Они жарили. Шишка, это что там? Водная пустина. Скажите быстрее, пожалуйста, ребят, хилы без маны. Захиряй. Там что, у паладина. Инфернал появился. Где бог? Их просто забаньте и все. Да, мы их сконтролим. Стайк, снимите. Так, один в бане. Один в эфире. Все, добиваем босса. Надо бы сразу половину покикать просто, или пусть не сдохнут. Пиздец, конь убил меня, я теперь на третьем месте. Красавчик, пацаны. Давайте. Сейчас будет еще веселее, бот. На танка нихуя. Подожди, сейчас я макрос найду, стоп. Бля, ну разбойник, нахуя ты тебе это залупил? Ну, чего там, под бутератом что ли, или как? Да мне не надо. А нахрена ты воруешь или что? Никакого заговора здесь нет. О, ну, шуман. Все шуман. Подряд, все подряд отрубили. Шуман сролил, на, держи. А куда написать ролю на аэродру? Ну ты сказал же уже, все слышали, да? Ну, очевидно, у нас друид один, вот, поэтому. Группа два. Я просто не понимаю, нахуя элема шаманна трофей. Если ты будешь тэч 2, тэч 4, 2, тэч 10. 4, тэч 4. Ну, явно поёбывать вот это хрена. Беспонтовый шмот. Просто 232-й сет, они намного статы выше дают. Бонусный чё гораздо лучше. Ты при 2-4 даже с каражанного носишь. Нам хоть ты про безблестыр рассказываешь, эти шмотки нужно выбить, блять, а потом уже ними выебываться. В чем понт, типа сидеть на биз дрочить и ничего не делать, что ли? Либо с центра ушли, то ты ему брони. Оффхенд. Мы надо больше. Добери себе лук, там запустили вроде босса. Да, забрал, ухожу, да, сейчас дису передам. Дису передам через твои. Дис-то где? Вот ты где. Мне просто можно вопрос? Вот, чисто я там ничего не подумайте. Вот СС, ты пришел родить на AirDru, у тебя, блядь, кот не одетый. И ты только что на боссе умер, блядь, 10 тысяч ДПС отдал. Ну а кому его шмот, типа, он один друид, серьезно. Зато смотри, еще от выбора просто сразу же отказался. Изи-бизи. Так, не, ладно, я, про то, что, я говорю про то, что человек, ты приди сначала основной свой класс одевай, а потом... Ребята, он один друид, ну что вы накинулись опять, хватит. Мне нужен AirDru. Смотрите, пацаны, все, стоям. Значит, Варлок, иди за XC, ты занимаешься деревом. Как Диминишн будет, скажешь, я подменю тебя. Вот, метка цели. Трусы выбрать. Дальше. Саму N, ШП. С какой стороны там зайти? Что там ханта не видать? Где там хан? Хант по центру стоит. Миликов больше с той стороны, так понимаю.
Значит. Струй, у тебя есть беспонтовый щит? Пусть в случае АДК оденет танкошмот и власть на ДД поставит, и все. Ну, окей, тогда Unrealist спекайся с танком. Вот, Void Zone тоже. Значит, Unrealist пускай гриппает и разбирается с рогой. Метка череп, луна. Дальше, Void Zone пускай гриппнет ДКшника, Сирия, метка ромб. Ну, а мы будем тянуть Алису. Первый тянет, получается, шишка, вот, под властью льда. Второй тянет шляпа кок. Кого еще растянуть, напомни? Ханта, череп. Так, цвет. Лок вдалеке, он, скорее всего, будет пиздить танк. Вот. Кто там из холипалов по скиллове, там, идите хилить танк через частицу. Другой, допустим, холипал может кинуть на первого холипала и издалека, если еще как бы это, подъебывать его, ну, помогать ему немножко, его захиливать. Ханты, хант, смотри. Тянет? Что? Кто первый тянет ханта? Ты. Шишка, ты, да, Коне. А сперва залетают танки, себе забирают, потом хант в сторонке стоит, потом тянете его. Да, все верно, смотрите. Хант, Сайгон. Сайгон, смотри, да. Твоя задача, если побегут милики сюда, они прибасы побегут, кто-нибудь как бы нагосячит прибасы. Вот. Твоя задача кинуть каток под милику. Все тряпки, если видите, что на вас игро висит, да, у вас хп кончается, просто бегите вот по этому пропету вокруг, бегайте туда, вперед, назад, все, от вас отстал, моб отстал от вас, все, можете дальше дамажить. Он у другого как бы это заагрится, другой побежит. Все, тут самое главное кайтить, просто тупо кайтить и не пиздиться, ебать, а кайтить. И тогда победа будет наша. Оковы по КД. Масферы, воины. У нас есть воин? Воин один есть. Да, с масферы. ДК получается, соответственно. Все сдают эти оковы. Мы бы не убегали от нас. И аймшот постоянно поддерживаешь на цели, которую мы бьем. Ну и пуржи, пацаны. Пуржим просто как боже. Маздисплу у нас нету, так что бабу мы все не снимем. А, вар, ты можешь кинуть здесь? Чух, героический бросок. Ну, типа, пробить бабу. Там посмотри, кого-то на хилов или пусть локи фирают по КД. Мы будем по очереди закидать дерево. Нет, там есть еще холипал и эршам. На холипала мы посадим потом Блади. Вот. Когда холипал прибежит, Блади за нем будет сидеть и избивать ему свет небес. Хорошо, ты можешь грипануть, значит, ты будешь вторым. Пускай будет шляпокок первым. Okay. Шляпокок, как слышишь? Да, я грипну. Красавчик, в ледяной стойке. Угу. Вара, кто-нибудь из вас... Любой ДК, без разницы, без власти, так просто делать. Пацаны, ну ёшки на трёшки, ну вам чё, каждому... Одному с двумя мобами не справиться, что ли, одному? Хорошо, Unrealist, я верю в тебя. Я убираю сюда просто, покебал вместе. Ты не понял, он одного танчит? ДК танк танчит, еще одного ДКшник. Ну все, два танка, все, хорош, хватит. Ну третьего милика они справятся как-нибудь. Милик загрится, далеко будут стоять, все будет нормально. Давайте, значит, танки заходят с той стороны, где боссы выходят. Остальные все стоят с другой стороны. Можно дальше. Копало там разрулиться друг с дружкой, кто кого чего почем. Мы под Геру под ханта дадут или когда Геру? Да, Геру дадут с пула. Только как только притянут, дадут героизм. Бля, секундочку, меня сейчас компудак разгорит. Кстати, сейчас танки спулят, трэш там подъехается, потом притянете ханта. Окей. Все, все готовы? Давайте, танки, вперед, вдуваемся. Прожмитесь там, это самое, что-нибудь, потому что будет больно. Второй гриб. Конь. Героизм. Если будут милики у нас, маны, кидайте, пожалуйста. Пуш, идеальный пуш. Друид стоит вообще всем по барабану.
This is XN. Ну ее пуржим, 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 пуржим. Клади, ванишь на нее. Струя отхуярил. А, дайте там, там мах, есть, мах сейчас всех похуярит. Магу шип дать. Молоко теряем. Вы про мага забыли, маг всех хилов побивал. Все. Мах это самая опасная хуйня, на него надо садись, бейте каста. Так, смотрите, давайте знаете, как сделаем. Разбойник, на минус каст, намажь, пожалуйста, яды, когда куча прибежит, у нас что-то контроля вообще никакого, просто сделай. Хорошо, на мага? Минус каст, намажь, просто пару вееров сдай, он на всех навешивается. И, ребят, ладно. Мага надо контролить обязательно, он убивает. Под вас. Я могу на нем посидеть чисто на маге. Первого надо просто бурстануть. Фишка в том, что надо первого за геру ёбнуть. Да первого ёбнуть или так под геру. Ну маг за это время у тебя побивает всех хилов, ты понимаешь? Ну кай, кай, пускай на руку. Есть джипс у кого-то. Маг кастует просто 12, 15, 12. Поэтому нужно выпить сопротив. Надо поставить сбитие каста просто. У нас рога все сядет. Да, да, я сяду на него. Дживец есть? Да, ребят, мах это самая опасная хуйня. У меня есть два стана, у меня есть гауш, у меня есть... Да, там дохуя вариант. Спасибо. Пацаны, если видите, бежит целая толпа к нам. Это самое. Нажимаете контроль. Похуй в кого, вообще до пизды. Главное, чтобы нажать. И ДК, Мор не тыкается, пожалуйста, он убивает контроль. Мор это вообще самый главный. Окей, okay, затупил. Да тут 25 всегда все те же самые, только вы их можете. Когда 25-ка нет, у них вся, все одни и те же, кроме там есть кроуспеки разные, там, допустим, друид, там, шаман там может быть, либо дамагером, либо хилом. Как и паладин. А классы? Классы все присутствуют. Так, что мы имеем? Лок. Лок там близко стоит, прям вообще заебись прям там стоит. Давайте мы с той стороны зайдем. Да. Просто... Давай, смотри, маг достаточно близко находится, да? Его можно вообще шипнуть, так, по факту. Так, танки вы там сами распределитесь, вы с той стороны заходите. Вот. Купал к вам тоже, скорее всего, бежит сразу. Где хантер там? Хантер вообще вдалеке спрятан. Значит, сначала мы убьем лока, крестик, потом посмотрим, придет нам череп или нет. Если не придет, то убьем потом звезду. Подожди, так ханта больше не гриппать, я прослушал, походу. Ну, нет, конечно, он далеко стоит. Когда пойдешь гриппать, сюда половину попьешь. Хан должен выйти, как танки спорят, хан должен выйти к вам там. Хан вполне возможно, что пойдет на танк. 70. Так бывает, его грипнет. Да. Потому что хант это опасная хуйня, он расстреляет. Крест тоже очень опасный. Давайте. Все готовы? Так ты мне скажи, кого грипнуть. Крест, крест, крест. Все, танк, да. Давайте, заходите. Хан стопудов, скорее, сейчас убежит. Пока не идите. Он, видишь, убежал, хан. Героизм. Танк, он там в танк. Бежает.
Сейчас контроль по ханту отдается. Герус Куржица. Жалкая тряпка. Давайте, прижимаем. Минус 2 хила. Хилы не справились, да? Ну цепь из дамы, сферы, фонтана добить. Ну сейчас, сейчас всех перепизит. Так, пацаны, на хилах давайте я вам дам этот зельку на броню. По-любому поможет выдержать 3 минутки целых. Первое, этого нам хватит. Смотрите, холи паладины, вы кидаете частицу танка и хилите себя на большом расстоянии, через себя хилите танк, соответственно. Вот и все. Это приятно, просто весь этот пак, все роги, все это хуета сразу на хило бегут. Нужно стоять подальше, там сколько, 50 метров хватает. Сейчас я дам поэтому по зельке на броньку, это поможет. Ну вы хотя бы одного били за херу, не? Ну, мы с этим справились. Да, убили. А, это нормально. Давайте сложимся. Главное двоих убить, все, потом остальное уже в совете призраков. Я, кстати, шаман, не забывайте жабу кидать. Вас много очень. Такой вопросик. То есть после стольких мучений у нас будут недостойные паролить выбор? Нам нужно сейчас скоординировать движение, просто и все получится. Бля, ебать, вы хотя бы чемпионов пройдите, чтобы, блядь, выбор выйдет. Так там дальше чисто. Шкуру не убитого не били. Так, значит, держи баночку на это, на броню. Коня, у тебя много банок на броню, кстати? Так, секси холли, держи баночку еще. Да меня не били. Нет, я много. Как было? Блин, я хотел купить просто, у меня 14 осталось. Так, давайте запускаем. Банки, вам наоборот здесь броня не надо. Чем больше брони, тем значит от вас будут они убегать. Все верно. Поэтому типа я говорил, что власть ставить не надо. Нет, власть они сейчас тут не нажмут их и фаршот. Не, с пула ладно, да. Потом, когда ты один остался, то можно брать. Вообще больше. Они просто стоят по-другому. Ну все классы те же самые. Спеки просто могут быть другие. Так. Теперь у нас Варлок и Алиса рядышком, ближе к нам. Отлично, сейчас мы выглядим контакт, значит, череп. Грест, если подбежит к нам, будем контролить. Если один ДК трусы грипнет, ну там договоритесь, либо воет, либо он реалист. Танк не надо, просто ДКшник. Бегает, таковый таунт, все. И что вроде дал, не надо? Тебе бегать от него? Так вот тебе приход, братан, чтобы не умереть. А это такой бить чемпион. Только просто такого таунт, и хуярите там бегайте. Алло, бля, дядя, хеллоу, поэтому и нужно пить тряпкам на броню, чтобы тебя не били, чтобы мог бить, а не дамаг. Вот, мне фростойку же не включать, правильно? Какая метка еще раз, не было слышно.
Шляпа-кок. Давайте, пацаны. Смотрите, тянем череп, танки с той стороны выходят. С стороны песчаники. Нет, сейчас нам надо грипнуть сначала. Они сначала грипнут, а потом к вам придут. Так. Иначе система не будет работать. Знаешь, ну что у нас? Грипы цели на позиции. Давайте, танки. Залетайте. Что-то я второго танка не вижу здесь. Анреалист. Лужу под рейд кинь. Теперь. Опять тут целая шо будет. Контроллер и нажимаем. Зафирил меня и убежал на вас. Давайте, жмите, пацаны, пуржится. Поскинь игрок, просто сейчас дохнешь, рога. Маги убежали, кстати, все нормально. Давайте, чуть-чуть дам. Только не забывайте, они все фиряются, все эти милики сраны. Так, с этим разобрались. Давайте, отбиваем. О, смотрите, нузл чередей. Давайте, тянем. Так, БР у нас кель далеко. Выходи с плохая. Ладно, звездочку тогда контроль. Крест убиваем. Уржите крест. Дерево контролим, пожалуйста. Знание, эфир. Курс. Ну у нас курс духующий. Первым как сильно захилил. Жалкая тряпка. Нажихан живой. Шутки, да. Можно грипнуть. Есть кто-нибудь с гриппом? Серьезно, зато снес. Сейчас могут прибежать. Паук, блядь. На мага сядьте коты подбивать, ребят. Срочно. Маг по хилам пошел уже. Давайте, добивайте. Я пока с магом отбираю. Сейчас еще раз верну. Дал Кайла. Обновил фир. Дайте жабу по магу, а то у меня уже демнишн там. Да, все нормально. Кас. Отлично. Давайте мага, звездочку. Есть у нас? Пизди уже Вилану. Шляпа, я не могу хилить его, где он там, блядь? Вижу. Минус. Меня сбрил.
Пуджи, пуджи. Шамана держим, держим шамана, блядь. Режет всех. И также фир, фир Миликов тоже помогает сильно очень. Так, с этим мы забрались, знаешь. Что мы имеем? Он шаман. Мы имеем голову вяжем, да? Ходит он мозги. Нет. Он, давайте на спринт. Ромбик обети, хуярит, бегает. Давайте, давайте с ним разберемся. Токи, катка нет. Пурш есть, пурш, надо пуржить. Сейчас я кину изгнание, подвижу. Хуякс. Пуржим, пуржим. Хант есть, хант. Кинь, к главным воротам подойдет тот хуесос. Может, ДКшника БР найти, и я заберу милика? У меня три, на мне три милика, все нормально. У нас БРКД 633. Если их паладин держит меня, тогда все нормально. Все верно. Желательно диспелить от меня вот эту вот всю хуйню. Попробуй подойти, я сейчас сдохну, блядь. И Лаул, шаман, лучше подальше отойди. Темпер левый, есть шаманы? Где хил не идет? Надо срока вроде жить. Шаман, отойди. Адский, который. Ага, все. Все, отлично. Бля, Хупер, скажи, что вы там убиваете всех? Мы убиваем всегда, сейчас мы ключеньку убивали. У нас нет маздиспа, опять же, нет. Мне ебало рвется просто. Все, у меня фигбар, а, не, нормально. Амана, отойдите обратно. Стенку, блять. Смотри, шишка есть, шишку можешь дернуть сюда. ДК один просто стойку включает и сюда подходит рогу или ДК забирает. Один ДК в хрустойку, заберите рогу или ДК. Блять, сейчас мы убьем. Просто если рейд-чат почитать, то я в самом начале еще сказал, что мне нихуя ничего не бафнули. Я прям сейчас вот возьму и просто в барабан и стукну себе. Ебать, тебя один кулак спасет твои 4000 ДПС или что, не пойму, что ты паникуешь. Я танчу троих миликов, мне похуй еще. Молодец. Танчу. Меня сейчас все, блядь, спасет. Давай, центар убивай. Мы чемпионы. Обычно паладин ставится, кстати. Ты умный, ты кашляк всегда бегает и ковы. Паладин там, щиток уберет с одним брони. Самый хуёвый и серенький. И просто, блин, всех танчит. Мне эфир дал вар. Они к вам пошли. Так, давайте пацаны рогу сейчас убьем после дерева. Лучше рогу убить. Да, на себя подойдет, потом жарит. А, давай струсы. Ну, кстати, попробуй-ка.
Сейчас у меня грипп откатится, я, может быть, заберу его. У меня такое чувство, что Келя постоянно умирает и валяется. Я в ПВП рогу с двух ударов ебашу, а тут мы 25 человек убить не можем, блядь. Не ПВП нихуя. Так ладно, давайте пока там грикните кого-нибудь наугад. Такой, кого грипнуть, блядь? Ну, кого-нибудь. Слушай, я, конечно, нулевка, но скажите, Вайсбаунд разве дается варов с кефир? Да. Да? Все тогда. Станы же только не даются. Ну да, я помню, что да, я помню, когда точки не даются. Я думал, эта хуйня тоже туда не дается. Ну, блядь. Я знаю, что в зеленку эта хуйня дается, а Вайсбаунд-то... Секси Холик, Холик. Секси Холик, слышишь? Можно плюнуть? Погодь. Нахуя я Холипалу в третий пул подряд даю ему ЦЦ, а он не умирает, нахуя, блядь. Я хуй знаю, блядь. А остальных смысл давать, не все равно умрут. Тельтянка постоянно мрет, на нее кидай. Все, поздравляем, господа ПВПшники. Да, и будешь наунтить типа в углу. Сюда бы еще клары бы поставили, да, вот парочки. Может было бы лучше. Ну да. Сегодняшних потерь мы стали слабее. Что там, танкет дал, нет? Кто еще короля Лича выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная. Хуета. Нас ждет битва с королем Личом. Тропечку. Неужели, блядь? Сейчас погоди, блядь, ты сухки. Так, строй группу 5. Пароль? Можно отойду быстро поссать, а то у меня с мочевым пузырем проблемы. Да, давайте, сейчас я... Бля, ну пацаны, вы совсем что, тряпок бедных обжевывается, не знаю. Никому это, нельзя, блядь, нельзя, на, нельзя. Это на ДЦ, блядь. На ДЦ шма, ну я понимаю, блядь. ДЦ шма, на холе, да. Ладно. Друид тебе надо, блядь. Скоро.
Короче, на дерево рода. На дерево заебатый. На дерево классное, да. Приходит поединовские наручи. Ну, это лучше сказать ГС наручи. Ну, по крайней мере. По крайней мере, они лучше, чем мы. 10-13. Ну там с РБК классные падают кольчужные. Ну еще я их не могу выбить. Вы? Я сегодня сделаю. Но рыба там, конечно, от вас это жесть. Так, пацаны, берем черную. Что там сейчас поставим? Реалисты танки, да? Давай, ты на черную. Да поставь одно тело, пусть бегает, ловит сферы. Ауру от огня поставь, все поставили. 5 тьмы. 5 тьмы тоже стоит, да? Ну, шарящий танк, он будет всегда вот стоять и крутить жопой, ловить сбоку сферы, которые свободные там бегают. Так, давайте посмотрим, кто у нас там еще в танк спеке был. Шишка, нажми, короче, ледяную Вась и ходи лови. Вот. Еще у нас кого-нибудь. Кто? Коны, коны. Ледяную власть, но я этот хотел пароль. А, ты подумаешь, хотел, согласен. Не, ну ты вроде нормально дамажил, предыдущий босс, да, посмотрим. Пусть сфера нажмет мишку, просто бегает. Я пока тоже нажал, если там дамажил, нормально там. Да там все нормально дамажили. Так, дальше. Значит, один ДК есть, бегать будет. Так, Сайгон половит, хорошо. Ну, тебя не ваншот, ну тони, ты если КП смотришь, если КП мало, то лучше. Пусть котик, смотри, в мишку спекнется и будет у нас за спиной ловить. Вот, кстати, ФСЦ. Кстати, ты действительно ролишь инхила, так что выбор не нужен. Мишко здесь бегаешь, видишь, где паладин, бегаешь и ловишь все сферы. А собаку можем поставить вообще куда-нибудь тоже в бок, чтобы она тупо стояла и на себя, так сказать, очком своим ловила. Остановить ее на месте поставить. Пацаны, это тот момент. Хотите прикол расскажу? Смотрел вчера стрим циркла, там, короче, в ЦРК 25 герб, причем вот этот дракон босс. У него 50 лямов хп, чтобы вы понимали. А тут 25-ка, обычка ИК 25. Да конечно он рофлит, ебать, все нормально. Ну, все нормально, давайте, короче, все позиции заняли, все подожди, готовы, подожди. Давайте. Подожди. 3, 2, 1, поехали. Кто сферы ловит? Уже был назначен, ёшки-ма, станьте там уже пока. Вы сейчас белые сферы ловите, ребят. Да, вы белые. То есть вы тоже белую должны, да? Черные не надо ловить. Ты что за хуйня? Ребят, черные пропускаете в рейд, ловите белые. Тайгон, ты сказал, будешь ловить, ебать, сферы, значит надо белую хиловую, ебать, разница. Умник, ебать, черные пиздец, да, пацаны. Встаньте, пожалуйста, подальше от рейда, то вы ловите, нам залетает чуть-чуть. Можешь истерию кинуть. Дальше там. Главный вариант, все нормально. А что там слева ловит? Залетело. Там, где танки танчат, вы не ловите. Ловите по бокам. Вот сзади старца, видите, прилетел, ебать, маленький ног. Кто там с торца должен ходить? А, ну он мертвый, медведь, ебать, все. Сейчас сзади еще прилетел. Надеемся это. Ну, удачи. Белую возьмите. Нет.
Кто ловил? Кто ловил? Теперь ловит другой цвет. Теперь ловит черный. Надо вам поменять на черный. Черный прилетит и гучку поставил. На, ну. Так никто не ловит, все бьют. Дайте сакру, ребят, на перебежке. Давайте, побежали. Нам везет. Танк, который там свободный, с другой, который мы не бьем. Крутись, пожалуйста, лови черные. Прохилюсь, прохилюсь. Черный летит. Договор подбил. Черный летит. Отлично. Собака убивака его снесла на изол. Смотрим. Пробиваем. Щит. Блять, сука, ёбаный стыд, нахуй. Погиб света, что ли? Понимаю. У меня маны нету, блять. Ты ж умный, блядь. Шмов тоже сказал, ты ж умный, блядь, чё ж ты молчишь? Ну, что тоже поебал. Ладно, надо прибежать. Возьмите все черные пусть, нам нужно прибежать. Светлая воронка. Ай, да, да, да. Мы с белым стояли, все в порядке. Блядь, на нахуй. Падайте. Шельки. Да, так не зло на самом деле. Ладно, сейчас убьем. Пацаны, ловильщики, ловильщики, ловцы. Ну чего там и самое? Перестали ловить сразу же. Один медведь только ловил сзади и все, и пиздец, помпами. Хант, если ты говоришь, что можешь ловить, ты берешь белую сферу, если мы стоим в черной. И наоборот, когда мы меняем цвет. Если вы, когда будет смена сфера, не поменяете, вы задохнете. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны... Подожди, не пуляй, пожалуйста. Мне двери. Крик, мы приедем. Секси Холли Холли Пал. Помните одну вещь, когда вам ДБМ говорит смена цели, если мы стоим под белой вот этой сферой хуйней, блядь, вы берете белую и свечиваетесь в погибель в темную, пробиваете ей щит. Вне зависимости от того, скажет вам кто-то в Дискорде или нет. Не тупите, пожалуйста, блядь. Значит, ты сам тыкнул, блядь, пробиваем. Пробиваем щит, а, смотрит и думает, что-то он не пробивается. Вам ДБМ на полэкрана, ебать, говорит и пищит нахуй, что надо сменить цель, блядь. ДБМа нет. Нету, иди ставь. У меня Linux, ДБМ не работает. Тут же можно на лече в ДБМ поставить, чтобы он в чат писал, блядь. Я сейчас ДБМ настрою, чтобы он в рейд анонсил, нахуй. Как он? Давай. А бегнуть нету? Вот, да. Так, ладно, секси Холли, ты здесь? Ну, ребят, если вы с белым дебафами будет смена на темный, вы сдохнете. Те, кто ловит.
поэтому следите. Ну, я думаю, про задуп сказал. Ну, я по мане высыхал, у меня до конца боя не хватает тут. Это кто говорит, база? Да, ну у меня ж сборка РБК шмот. Райт-клик не работает? Синерджага там? Будет? Охереть, кто будет? Ну он там успевает между этими порой, там одну тычку сунул. Так, отлично. Секси Холли, Дартинг. Параноль, просто реально нету ДБМа у этого, блядь, у Кона. Все, все, я сейчас буду озвучивать гораздо громче. Хардмода тут, рарник тут, секси холли, секси холли. Давай на этих, кто сфера, опа, ФЦЦ раскидаем. Кто бегает? Я на друида туда кину, на ФЦЦ. На всякий случай, если он умрет. У меня один хоть душ нету, так что ничего не сделал. О, я кинул на секси хуй на этого, на FTC. Так, ладно, значит, друид, ты, короче, как ловил сзади. Вот. Коне, Коне, ты справа, значит, ты белый портал. А Хант слева. Что? Я справа. Ну, короче, вы там пришайте. Все, один стоит, все, один есть. Теперь с этой стороны еще. Можешь еще вот с этой стороны поставить эту собаку их. Куда-нибудь остановить ее, чтобы она стояла просто. Поставить. Она будет защищать нас. У нас три тела ловят, плюс танки есть. Чего вы, хватит? Все нормально, три человека. Танк может вот крутиться, жопой стоять и крутиться, ловить сферы тоже. Зачем им как АФК стоят? Пусть двигаются. Если мы эту вальку не бьем, ты просто можешь двигаться спокойно пол боя. Если будет спина цели, подходи к нам, выравнивай. Молодец, у кого-то огненный аура стоит, если видите, то что у нас летит, и бать, там две сферы, нажмите мастер. Погнали. Секси холли. Отсутствует, заебись. Походу ему там очки реально, блин, говорят, баян принесли, отмазывается. У меня хотя отказ, да. Блин, проверка на игнор, секси холли, пидорас. Похуй. И правда, отметил, значит. Не, обычно это так и работает, понял? Типа просто за верх не отзывается, а... Что там, секси холли? Я пока ноутбук перезагружаю. Где там курьер, наверное, какой-то большой татар пришел и бьет его. Думаешь? 100%. Конь пришел.
Нет, не пришел. У меня ноутбук ребутнулся. Не, этот XX Холик пришел. Так, ладно, 22 минуты поставлю. Прикурочку. Конечно. Вот и блять. Видно? Верхний твой, нижний мой. Если попроще. Хотя бы. А, он тебе говорит, типа, лучше кидать две цели или еще? Так, зига, зига, зига. За Экси Холли. Лестер лидер, он скажет, не переживай. Бля, ну он куда пошел, я не знаю. В Таджикистан, что ли, блядь? Пацаны, пацаны, танком не надо менять это. Слизно. Танки как взяли, так не держит. Sexy, holy.
нему не курит. Секс-приколи не курит, а ядерная боеголовка какой-то, блядь. Секс-приколи, давай. Тут? Блядь, какая? Нахуй я говорю мастераура по огню нажать? Алло, прием, блядь. Когда много сфер летит. Не знаю, что там написано, просто читаешь, записываешь лог и смотришь у Бочкова, и хуй не думаешь, один раз. Бля, ну секси холли, если не придет, схема не хватит, наверное. Нихуя себе даже Урал знает. У Урала так-то тут на сервере серверфастов не один за спиной, ебать. Бля, даже Хупер не знает. Хупер знает. Купер все знает. Так, может у кого-то есть это, как Юва с подокамнем? Каша. О, отлично. Кого там есть блок там? Прекрасно. Жёстко. Рунический. Отлично. С отличный скрипт. Злой пал. На СПДшечку намажешь? Там шем можно... Всё тут, всё тут, ребят. Извините. Охуеть, ебать, у нас другой приз сдох, блядь. Приз, паладин. Кильтас. Сбор пал на СПД. Что тут он? Сейчас, погоди меня, сейчас Сердольф отживать хотят. Все, сейчас готовы, да. Да. Все нормально, ребята, я озвучу, еще раз повторяю. Блин, я тап нажал нахуй, и все, и сам начал. Не сказал. Ну, так, ладно, просто, готовы? Просто этого не знал, теперь знаю. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Ну танки, блядь, ну жопой крутите, чё вы пропускаете сверки? 5 метров от вас летит, вы АФК стоите. Захиливаемся. Способны, смотрим. Все нормально.
Делаем. Пацаны, нажмите, у вас больно сейчас будет. Захируйте все силы. Белую нужно было взять? Нет. Пацаны, прохиливаем сильнее. Шаман, у тебя есть стоит? Да нахуй, короче, блять. Вот ловят, не ловят, все залетает в бочину. Белую возьмите. Сейчас проки кончится, побежим. Так, нам нужно Берну. Струя. Побежали, побежали. А вы сейчас умрете, все. Нормально, нормально. Так, струй мертв. Ну это пиздец, два хила. Ты что там это? Молодцы, не про хилы. Господа хилы там. Бог залетает, раз, две сферы, два, две сферы. Как мы это будем хилить? Давай, сложимся. Ля, так на проколо вначале. Угу. Люди баф берут, но они нихера не ловят. Тогда нафиг уберете его. Не в этом, это не в этом суть. Мы стоим, хилим с начала боя. Просто раз в бок, две залетел, две в бок, две. Вообще не ловят. Ну, так ты скажи, с какого боку залетаешь, чтобы люди знали. Тут хан стоит, вот хан стоит АФК и даже не двигается, блядь. Вот, двинься, вот, подвинулся, взорвал, блядь, обратно убить. Хан стоит АФК, посмотри внимательно, чем я занимаюсь, друг. Я стою справа, блядь, ловлю от рейда. Два, три человека. ДК. Да, Кона, смотри, ты просто зеленку жмешься, вообще не надо менять ничего, ты выживешь, да. Мишка, прожмись там, не знаю, дубовую кожу нажми. А Хан, ну ты умрешь. Ну, самое удивительное, то, что я не умираю. Все нормально, я не последний. Меня слышно? Да. Хардмоут. Я же этот, внутреннюю хочу строить. Да вот, где я стою, с этой стороны я и ловил все. Конь, ты будешь троллить триню, если ты будешь это ловить? Какая разница? Тогда я в танка спекаюсь, да? Ну, спекайся, так еще лучше будет. Ну, за триню мне можно, да, будет троллить? Да. С какой... С какой стороны я ловлю? Дубовку пусть прожимает и все. Вопрос. Зачем ловить со среднеромбика, если танк вот жопой крутанул, блять, взорвал ее? Зачем ловить здесь, когда тут танки танчат? Объясните мне. Да, вот именно ромбик. Там залетают в спину, где хан стоит, в спину, сука, вот. Залетают две подряд, где я прыгаю. Все, давайте, пацаны, готовность. Значит, медведь сзади, хан справа, кона слева. Вот и все. Все готовы, поехали.
Смотрим, темное. Прожмите солнце. Тотем сдайте на резист, ой, на ману, а шипы в опой, а у нас шипа нет. Ишка, спину лови, пожалуйста, спина залетает, нам больно. Хантумер. Чемпион. Медведь, теперь ты еще из страны белого. Смотрим. Договор подбиваем. Белый взяли. Грейзен дайте. Нам теперь черные доловить. Да, все. Каст самому. Теперь черные ловите метки. Давайте побежали на ту сторону. Войд, назад немножко отойди, лови черный, который за один раз будет летать. Все нормально. Белый лучше уворачивайся. Че, есть три? А, ты что-то нажил, что ли? Чешер. А жил что ли? Да, блядь, есть стрим. Руля, будет мана струю залить этой пати. У меня две вальки бьют. Ты сдохнешь, нормально, все. 54. А, ты вот как решил. Смотрим. Темный взяли. Пацаны, металлург выиграл, металлург выиграл. Кто ставил, красавчик. Медведь, ты белый вышел. Короче, за дух пройдет, побежи. Ты здесь. Ладно, бог побежи. Белый, белый, ловите, ребят. Купин, пошли на канал ниже. Бля, тебе реально, ебаный стыд, да, иди ниже. Там у тебя есть друг, он по РР. Смотрим, смотрим. Договор пробиваем. Под конец прибиться. А мне упадет выбор, я отвечаю. Не, он сейчас ухи же смотрю. Хуйня, хуйня. Не. Зато боешка. Оказала всех холипалов. Рычки. Забери только себе потом лут. Чел, ты вот хвастаешься, да? А ты знаешь, почему
Что такое большой хп? Смотри, сколько у тебя правосудие, а сколько у меня. Так, пацаны, злой пал и 0.05. Поролись, пожалуйста. А ничего, мой пояс ролишься? Ну да. Схуяли, пускай латный носит, типа. Злой ты пал. Очки. Да, рога. Снимай. Пошли они нахуй, ебать. Нет, не держи, ебать. Бля, там еще что-то лежит. Активировали босса или нет? Да-да-да. Так, ладно, тогда трофейчик. Трофей, да, или себе закинь остальное. А трофей роллеры разве, ребят? А вот. Ну, этот FCC получается, да. Если ты уедешь, то Ладина, тебе на ретрика разве нужно ту 9? Две штуки надо. 2-4, 2-9. Усы его дал. Да, когда ты... Когда а шею пар... буе! ДК, ходьбу по воде, быстрей! Быстрей, ДК! Ну, с таким ДПСом смысла тратить нету, говорю сразу. Без шансов вообще. Прям ни в какую, говорю сразу. Просто пресса вообще не хватит нам. Так что, сорян, блядь. К такому просто тебе уже процентов 30. Серьезно. А что, выбор серьезно упал или что? Да. Нет. Даже тратить не хочу. Так, значит, у нас один танк еще нам потребуется на всякий случай. Или ты справишься? На реалист. А? Справишься один держать двоих жуков? Мне ебало снесет я чехом, блядь. Когда я там... У нас еще переста нету. Ага. Мейн танк должен от кого забрать, я от кого заберу. Блядь, у нас еще переста нету, что вы этот придумываете? Ну ладно тогда, пацаны, всем спасибо. Ну ай, всем удачи. Сложное свидание.